Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства призвал не позволять российским регионам брать взаймы у банков. По словам Путина, проблемы с финансами сейчас наблюдаются у многих регионов страны, особенно у тех, которые являются дотационными. Но занимать деньги у коммерческих структур для них не выход, ибо проблем после этого лишь прибавится. Подробнее читайте на нашем сайте в разделе «Новости».